Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и сейчас я покажу вам удивительный опыт. Может быть, вы когда-нибудь видели эксперимент, в котором лодка тонет в воде с пузырями, потому что среда вокруг нее становится менее плотной. А сейчас мы сделаем нечто обратное. Эта подводная лодка чуть плотнее воды, и поэтому она тонет в ней. А здесь у меня свинцовая дробь. Я буду засыпать ее сверху. И лодка всплывает. А делает она это потому, что среда вокруг нее становится плотнее. И если быть более точным, все дело в том, что дробинки мелкие, они, падая, тормозятся о воду и передают ей свой напор, за счет чего давление воды повышается, и лодка всплывает по закону Архимеда. Спасибо вам за внимание.